Здравствуйте, Артём. Ребят, кто? Что у нас продолжается? У нас продолжается тур Made in Ukraine. Это уже третий блок. Привет. Здорово. 308-я школа. Ребята, у нас закончился 7-й концерт в рамках тура. Артём, как всегда, целует людей в кадре. И мы с вами сейчас придем в следующий день. Гимназия 283. Последний концерт. Елизавета, что вы скажете по поводу ветра? Хочу, чтобы вы понимали, что этот проект был бы невозможен без наших друзей, без наших партнеров. И прежде всего это благотворительный фонд «Незалежна Краина», а также благотворительную организацию «Мир без зависимости». Вообще, я хочу, чтобы ты ушел сюда, отсюда с одной мыслью. Украина – это ты. Последний концерт. Да, вот, я хожу по сцене. Это Машина школа. Это и Светина школа. А давай я пройду в кадре. А давай, пройди в кадре. А Никита, а ты не хочешь сказать напоследок что-то? Я скажу напоследок, что... Я хочу сказать, что у нас очень круто прошел школьный тур. Я верю, что пройдет не менее круто финальный концерт, на котором будет просто сотни подростков. Да, 100%. А теперь мы будем фоткаться. Можете все выйти сфоткаться? Ты все на сцене. Надо всем сфоткаться. Ну, ребят, ну давайте, встаньте. Молодцы! Всем большое спасибо! Всем большое молодцы! Закончили!